Смотрите завтра на канале ТВ-центр. В 7 часов 5 минут для малышей, которые и в школьные каникулы просыпаются рано, мы покажем мультипликационный фильм «Загадочная планета». А в 7 часов 20 минут художественная кинолента, также адресованная детям, «Белеет парус одинокий». Это экранизация одноименной повести Валентина Катаева. Сообщение синоптиков о погоде в субботний день в 8:45 и в 11 часов 25 минут. «Мир вашему дому» пожелают в 8 часов 50 минут авторы религиозной программы. Новости Московской городской думы в 9:20. Военная передача «На караул» начнется в 9:45. Суббота, а это значит в 10 часов в эфире работает детский телеканал «Витамин роста». Дорогие ребята, вы уже, наверное, успели подружиться с английским двойником нашего Хоттабыча. Тогда смотрите в 11 часов продолжение приключений волшебника Кэт Уизла. Эта актриса, к сожалению, в последнее время не часто балует нас своим появлением на телеэкранах, хотя многие из нас являются горячими ее поклонниками. Великолепная Софико Чиаурелли в 11 часов 30 минут в программе «Родом из детства». В 11 часов 55 минут информация о событиях в нашей стране и за рубежом. В полдень передача «За садовым кольцом». О том, какая погода ожидает нас на будущей неделе, рассказывают в 12:40 сотрудники Метео ТВ. На нашем экране фильм «Второй» кинодиологии Сергея Герасимова о Петре Первом. В 12:50 смотрите первую серию киноленты «В начале славных дел». В 14 часов 5 минут спортивная передача, посвященная Всемирным юношеским играм. Телелотерея «Золотой ключ» – это реальный шанс выиграть квартиру. Испытайте свое счастье в 14 часов 25 минут. Вторую серию историко-биографической киноленты «В начале славных дел» смотрите в 14:50. В 15 часов 55 минут в перерыве фильма «Выпуск новостей». В «Балаган» на фестиваль театральных капустников мы вас приглашаем в 16:10. В 16 часов 40 минут мы показываем малышам две мультипликационные ленты. «Коля, Оля» и «Архимед» и «Королева, зубная щетка». «Брачный контракт, любовь или расчет» – об этом вы узнаете, посмотрев в 17 часов 15 минут ток-шоу Татьяны Комаровой «12 решительных женщин». Сообщение о событиях в нашей стране и за рубежом в 17:45. В гостях у Бориса Ноткина известный психиатр Татьяна Дмитриева. Она рассказывает о возможностях человека управлять своим состоянием. В 19 часов мультипликационный фильм «История одного преступления». Ах, анекдот, анекдот. В 19:20 вы увидите дайджест прошлых программ. Прозвучат юмористические монологи в исполнении Юрия Никулина, Ефима Шифрина, Ларисы Долиной. Случайная встреча, случайный попутчик, оказывается, могут изменить не только маршрут поездки, но и саму жизнь. Мэг Райан и Кевин Клайн в 19 часов 50 минут в комедии Лоуренса Кэздана «Французский поцелуй». Сообщение синоптиков о погоде в воскресный день в 21:55 и в 0 часов 15 минут. Авторская программа Леонида Млечина «Особая папка» выйдет в эфир в 22 часа. Полтора часа провести в море солнца, блеска и красоты мы вам предлагаем в 22:40. В это время мы начнем показ телеверсии ежегодного конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил на Гавайях. В 0 часов 20 минут на экране ТВ-центра музыкальная драма Жерара Корбье «Фаринелли Кастрат». Это история двух братьев, одного заурядного композитора и другого гениального певца, обладавшего уникальным голосом. Ну и, как всегда, поздно, в 2 часа 15 минут, начнет свою работу ночной молодежный канал «Культиватор». Всего вам самого доброго. Спокойной ночи.